Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот чипсы Just Brutal. Черные чипсы, как вы видите через окошко. Вкус бальзамического уксуса и соли. 100 грамм. Покупала его в фикс прайсе. Также есть вкус сладкого тайского перца. Но у нас в фикс-прайсе его не было. Состав я приблизила. Вот состав появился. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Он действительно огромный, он просто большой. Куча-куча всего. Но я купила чипс чисто для обзора, чтобы вам показать. Так, здесь 470 килокалорий, довольно много на 100 грамм. Ну, наверное, поэтому, потому что это чипсы. Черные чипсы, вот, все. Отражение современных влияний в еде. Будь в тренде. Ну, черное мороженое у нас было, теперь черные чипсы. И давайте же их откроем. Черный, даже не видно. Запах, не знаю, даже непонятно какой. Довольно много для 100 грамм. Так вот они выглядят. Так, сейчас. А вот целые. Похожие на чипсы Лейс по форме, по цвету прям черные-черные, немножко видна соль. По запаху, знаете, не кажется, что это чипсы, а вот запах, не знаю, какой-то не продукт, а просто вещи какой-то запах. Бальзамический уксус там и что там еще было? А, и соль, да. Уксус и соль. По сути, тут я не знаю даже, какой должен быть вкус. Наверное, соленый бальзамического уксуса. Я даже не знаю, какой это. Нарисован там, в принципе, виноград. Наверное, может быть, что-нибудь виноградное. Вот, давайте его попробуем. Но они жестковатые. Соленые. Ну, довольно жестковатые. То есть чипсы, они как-то более хрустящие, тоненькие. Здесь вроде бы тоже тонкие, ну, не знаю, такие, вроде они уж и толстые, но они жестковатые, по вкусу напоминает какие-то хлебцы ржаные, не чипсы, а вот именно ржаные хлебцы больше напоминает. Хлебцы они как-то с каким-то вкусом, они хрустящие, вот вроде тоже хруст есть, но они жесткие. Ну, такие вкусные. Ну да, больше как какой-то вкус черного хлеба. Ну, вкусные такие, да. Прям ржаной хлебушек. Ощущение, как будто вот ржаной хлебушек промяли, поджарили, и вот он готов вместе с солью. Язык, кстати, не окрасил. Нормально, хорошо, слава богу. Чтоб какой-то там другой вкус, не знаю, я не чувствую. Хлопья картофель. Ну, картофель, я не знаю. Ну, может быть, что-то есть. Эмульгатор. Так. Вам видно? Сейчас. Мука пшеничная, масло подсолнечное, крахмал. Так, что-то-то, пищевое, что-то. Ну, короче, Е-добавка одна. Короче, здесь куча всего. Ну, так, нормальные. Посоветовать, типа, как тренд, если только их, ну, как подарить, то, да, можно, красивая упаковка, то есть красиво, вау, вау, там, черный чипс, супер. А как вкус, ну, я не знаю, мне, лично мне ни о чем. Есть чипсы, ну, чипсы Лейс гораздо приятнее есть.
там хоть какой-то вкус. Хотя, конечно, от тех чипсов будет язык больше болеть, здесь не так, наверное. Здесь жевать их тяжело, они прилипают к зубам, не очень приятно, пока ты там одну прожуешь, а она жесткая довольно. В принципе, могли бы сделать и потоньше. Не знаю, что они сделали их такими толстыми, раз они так плохо жуются. Здесь даже вот видно примесь с чем-то. Черные, что-то там плохо промешанное, не знаю чего. А остальные, в принципе... Ну да, у всех, в принципе, немножко видно. Не знаю, купила бы я еще раз такой? Нет, точно нет. Куда бы деть мне теперь вот эти? Куда-нибудь вот, чисто вот, знаете, вот куда-нибудь их в салат, кстати. В салат будет идеально. Какие-то там немножко ржаной вкус есть. Вроде как, не знаю сколько. А ну, может быть, это, кстати, картофельный, картошка там часть. Ну, не знаю, нет, я бы не подарила бы, не купила бы снова. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите комментарии, как вам такие чипсы понравились. Может, я просто избалованная, может быть, поэтому мне не понравилось. Напишите свое мнение. Обязательно в комментариях под роликом в YouTube. Не где-то, там на сайте каком-то там. Потому что вас могут не увидеть, а такой отзыв все-таки нужен всем. И ваш отзыв тоже нужен. Также смотрите наши другие ролики, мои влоги, как мы с сыночком живем. Также обзоры на другие продукты из магазина, из сладости, шоколадки, Alpen Gold, Milk и все-все-все прочее. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.